Ребятки, а это наша Муся. Она поела сначала сушняк, ну, сухой корм. Потом житняк, это мы так называем. Это жидкий корм. Потом она поела сыр, голландский кусочек. Потом она поела курицу, когда мы готовили, разделывали мясо на плов, бедрышки. И теперь просто у нее идут кайфы. Ребятки, у нее идут полные кайфы. Вот видите, у кого жизнь удалась? Она поспала на кровати. А, ребят, теперь пришла сюда. Это у Муси. У нашей Муси жизнь, не жизнь, а просто малина. Вот так вот она живет у нас. А, Муся? А если бы мы тебя на даче не забрали, где бы ты была, интересно? А, Муся? Замерзла. Где бы ты была, уже, видать, не было бы в живых. А тут у нее прям, она просто хозяйка этой квартиры. Просто, а мы просто с Саньком ее рабы. Поселенцы. Поселенцы, да. Поселенцы. Рабская сила. Принеси, унеси, помой. Покорми, помой горшок, помой жопу ей. Помой, искупай ее, а она вот такая деловая. Ай-яй-яй. Да, вот так вот. А чё, что? Да. Вот видите, слышит, что о ней говорим. Вот такая наша Муся. Короче, всем бы так жить, ребятки. Желаю всем так жить. Без забот. Смотри, какая еще позирует. На спину легла. Все свои белые... Смотри, у нее тут рот открыт. Белые груди показывают. Смотри, рот открыт. Рот открыла. Муся, ай, ладно, ай, смотрите. Все. Вот такая вот наша Муся. А что это такое за такое? Что это за такое за спине промежка? А? Масюна. Знает, что про нее говорит. Масюна. Поэтому позирует. Вот такая жизнь нашей кошки. Вот она лежит, так будет еще часа два лежать. Дорогие мужчины, с праздником, сегодня 23 февраля. Хочу пожелать вам, знаете чего, хочу пожелать вам самое главное мирного неба над головой, чтобы вы все оставались дома, с семьями, со своими детьми, чтобы в вашей жизни не было никогда никакой угрозы, чтобы брать оружие и идти воевать. Конечно же, если это угрожает нашему государству, нашим семьям, детям, матерям, женам, тогда другое дело. А так просто хочу пожелать вам мирного неба, мои хорошие. Всех с 23 февраля. Мы сегодня готовим плов, пловарек. Вот такое спонтанное видео. Так что, кому интересно, оставайтесь с нами. А мы готовим плов на быструю руку. Сашонок, я тебе подготовила на 23 февраля подарок. Зачем? Ну зачем это? Всегда же говорим вот это. Сашонок, это мелочи, по мелочам. Ты думаешь, я тебе машину или часы собираюсь купить? Часы? Да. Нет, мой дорогой. Так вот, для умывательно... Носки. Чистящих, да, ну... для твоей гигиены, в общем, одним словом. Вот. Не стала я это все в пакетик. Держи и разбирай. Спасибо большое, Пушонок. Ты что? Это дезодорант. Девчатки, заказала в Фаберлике. Это 8-й элемент. Дезодорант мужской. А это что? Вот такая шампунь-гель. Хоть у Санька волос нету. А, ну вот этот шампунь-гель, он для всего, и для тела, и для головы. Вот такой заказала щетку. Фаберлик. Щетка средней жесткости. Силиконовая зубная щетка. Это же какая-то зубная паста. Да? Вот. Меняем щетки раз в 3 месяца. Ну, как и положено. Это зубная паста. А? Это зубная паста. Отбеливающая, так как ты у меня куришь. Санёк. Ну ладно, всем рассказываешь. Концент... Ну а что, ты не раз в кадр попадаешь, да? Ну, ладно. Сигареты, хотя это нельзя в Ютубе. Вот такая паста, девчат. Не знала, что дарить. Так не вот надо, по... все хорошо. По мелочам. По мелочам. А это тебе для Нюськи. Спасибо большое. Такой полотенчик. Спасибо.
Спасибо вам. Ну-ка вот так покажи. Спорт. 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 Мы спортивные, потому что спорт у нас. Мы за спорт. Да. Ну теперь-то ты, Санек, у меня схуднул. Ну да, я тебе спортивный буду. Все, мой хороший. Сегодня 23 февраля. Сегодня приготовлю ужин какой-нибудь вкусненький. Пришли мы с работы. Ну а тут, девчат, ну все, Санек, я тебя снимать уже не буду. Здесь я взяла краску для волос себе. Беру салон. Девчонка, смотри, я смотрю. Сил Колор. Девчат, беру восьмерку. 8.0. Вот такой вот цвет. Так, я и кашляю. Так, взяла это крем для рук. А вот. Мыло? Мыло. Мыло для рук. Жидкое мыло. Жидкое мыло взяла. Потом, девчат, беру постоянно вот такой антистатик. Очень хороший. От липкости наших шелковых синтетических вещей. Так. Взяла для стекол спрей. Для очищения стекол. Тоже хорошая вещь. Ни разводов, ничего. Что еще взяла? Себе взяла только желтенькую щетку. Я ее распаковала, кстати. Посмотрела на работе. Она хорошая, Саш. Прям мне очень понравилась. Не гнется в руках? А? В руках не гнется, как те наши? Нет. Наши вот так вот. Нет, нет. Она крепенькая такая прям. Прям такая, знаешь, там хорошенькая. А? Силикон. Да, ну видишь, он средний жесткий. Ну такой прям. И не слабый, и не жесткий. Хорошая. Что еще взяла? Взяла вот такой ночной кремушек. А вот. Вот на нее у меня аллергии нету. На остальные крема у меня аллергия. Вот именно вот это. Да, как правильно. Вот серия. Она 45+. Вот. Она более-менее. А так вот, у них же в основном кислородные все крема. У меня прям сразу аллергия, девчат. Взяла ночной крем и сыворотка для глаз. Вокруг глаз морщинок. Вот что взяла. Вот ничего не взяла, девчата, отдала 12 тысяч. Вот и думайте. Это еще без полотенца. Вот такие вот дела. Такие небольшие покупочки, девчат. Хотела с вами поделиться. Масло готово. Практически. У нас сегодня будет плов. Обыкновенный плов. С курятиной. Куриные бедра, ребятки. Куриные бедра. Отправляем в масло. Да нет, Саш, давай это. Это деревянный лопкий? Угу. Это деревянный лопкий. Нет, просто. Прям хорошие такие бедрышки. Какие, Саша, кнаровские, да? Нет, олень. Олень? Нет. Разделим. Закроем крышкой. Жарить их недолго. Самый быстрый в мире плов. Мы взяли какой-то рис. Не знаю, ребята, мне кажется. Разгуляй какой-то. Какой-то рис разгуляй. 800 там с копейками. Не знаю, что за рис будет, но как бы не был кашей. Ну все, готовим. Жарим мясо. Санек у меня по хозяйству. По хозяйству. Саш, 23-й, не 23-й, да? Ну да, ну а что ты? Куда? Ты болеешь у меня. Да, опять у меня перешло все в ангину, ребят. Вот такой вот рис, не знаю. Разгуляй. Что за рис? Какой-то разгуляй. Но мне не понравился. Брал Санек, он какой-то мелкий. Вот я его хорошо промыла. Не знаю, что за плов получится, ребят. Не знаю. Вот. Ну, посмотрим.
Все, что с мясом, все вкусно. Фу, ребятки, а я не знаю, что со мной происходит, потому что у меня все перешло в гнойную ангину. Вот уже эта неделя, получается, уже третья неделя, как я болею. Вот у меня был перерыв, эта неделя, когда мне стало вроде как полегче. А сегодня все, у меня высыпало все горло. Я не знаю, я уже взяла сегодня антибиотики, бисептол, который вот я его пью, он мне как бы так хорошо, ребят, помогает. Не знаю, как бы встать. Вот, попробую его пить, потому что я не знаю, что за... Ребят, зараза, ничего не помогает. Я пропила курс антибиотиков, и мне особо ничего не помогает. Но это вообще какой-то кошмар. Кошмар, я устала болеть. У меня кашель. Днем особо не кашляю, но кашляю всю ночь, полночи, пока я усну. Вернее, пока я засыпаю, я начинаю кашлять. Только начинаю согреваться, вот начинаю кашлять. Потом... Мне вот надо намазаться звездочкой, пью вот этот вот сироп, тогда вроде как-то успокаивается кашель. Но полночи у меня идет кашель, ребят. И вот сейчас прям вот вся потею. Вот стоит мне чуть-чуть подвигаться, у меня все это, знаете, как слабость какая-то. Не знаю. Не знаю, что это такое. Что за зараза, чем нас травят и что за вообще... Это не грипп, это не корона, это вот непонятно, что ходит. Либо мутированный какой-то грипп. Не знаю, ребятки. В общем, вот такие вот дела. Прям выжариваем вот прямо до такой вот корочки. Тогда плов будет шикарный. Все, отправляем овощи. Не знаю, ребятки, готовлю с какого-то риса. Разгуляй. Что за разгуляй рис? Не знаю, может, кто пробовал. Но вот я попробую приготовить плов с этого риса. Посмотрим, что получится. Я люблю рис прям, чтобы рисинка к рисинке. Мы обычно покупаем рис у нашего узбека знакомого. Вот, а переехали, и теперь нам как бы там не по пути. Вот, взяли... супермаркете. Ну, посмотрим. Взяли один из дорогих. Вот, ну все. Жарим мясо с овощами. Так, ну все, ребятки, все готово. Солим. Пару таких жменек. Добавляем немножко. У меня вот такая вот. Вот такая индийская куркума. Прям индийская, ребятки, настоящая. Добавляем немножко куркумы. Так. Добавляю приправу для плова. Любую. Какая есть в магазине. Чеснок у меня такой мелкий. Это наш еще чеснок, ребят, дачный. Все, отправляю рис. Сравниваю. И добавляю кипяток. Примерно столько же, сколько я добавила риса. Все. И все это дело прямо на большом огне. Ничего не перемешиваем. Так вот слегка. Наша соль, специи. Ничего, ребятки, не надо перемешивать.
Все немножко так вот проткнули. И под крышку. И все это дело даем кипеть где-то до момента такого, чтобы рис все впитал влагу. Потом я покажу, что дальше делаем. Ребятки, все. Вот видите? Все, наш рис. Полностью вся жидкость испарилась. Все, теперь мы делаем такой маневр. Собираем наш рис в горку. Обязательно в горку, ребятки. Это будет песня. Это будет песня, а не рис. Кстати, хороший рис. Вот я зря на Санька возмущалась. Вот сейчас вот уже смотрю по рису. Рис хороший. Нормальный рис, ребят. Все вот так вот горкой. Делаем такую горку. Убираем огонь прямо на самый минимум. Прямо вот так вот. Прям такой, как пирог. Прям как пирог, ребятки. И все это дело берем вот так вот. Любой чашкой придавливаем. Прям придавливайте на всю мощь. И закрываем. И теперь на медленном огне где-то минут 10 все это дело у нас томится. И выключаем. Даем отдохнуть где-то еще минут 10-15. Убираем крышку, убираем чашку и раскладываем. Перемешиваем все. И все раскладываем по тарелкам. Это будет песня, песня, а не плов. Ребятки, делаю к плову такую вещь. Наливаю сою. Наливаю немножко воды. Добавляю, у меня такая вот есть приправа, это мама делала. Тут горький перец, чеснок, в общем, очень вкусная вещь. Добавляем сюда ложку чайную вот этой заразы, отравы. Я называю отравой. Да, Саня вот не любит, а я люблю. Все это дело перемешиваем. Добавляем немножко бальзамического уксуса. Чуть-чуть. Так, и добавляем уксус. А где у нас уксус, Саш? Угу. И добавляем уксус 72%. Ребятки, на глаз. Ну, кто как любит. Кто любит покислее, кто любит не сильно кислое. В общем, кто как любит. Так. И добавляем. У меня есть вот такая вот такой вот красный жгучий перец. Это мы брали на базаре. Добавляем перчик. Красный. И все. Вот такая вещь. Получается, можно... Заметьте, вот то, что я добавила мамину приправу. Просто чеснок. И все, ребятки. Вот такая красота получается. Это очень вкусно. Но это очень остро. Ну, кто не может острое, то не добавляйте. Просто сою, немножко чеснока, уксус, водичку. И будет песня. Это очень вкусно. Так, ребятки, и плову у нас еще пойдет. Вот есть уже немножко. Такая аджика. Это тоже мама передавала. Здесь крученые все овощи. Помидоры, перец, лук, морковка. В общем, такая очень вкусная вещь. Даже вот просто мажете на хлебушек и все это дело кушаете. Это очень вкусно, ребят. Это очень-очень вкусно. А к этому, к плову, к мантам, это вообще обалдешная вещь. Ну все, пловарёк наш готов. Все это дело нам надо сейчас перемешать. Со дна поднять
весь смак. Ну да, неплохой рис. Плохой? Пойдет. Да, но не узбекский, конечно, я скажу. Но все-таки, да, Саш, нормальный. Нормальный рис. Все, накладываю. Накладываю Саньку. Ужин. Ребятки, ну вот. Все, всем приятного аппетита. Я пошла кормить своего мужчину. Давай, Санечка. Добавляй вот этот соус, добавляй этот соус. Вкусно. Обалдешно. Ну, смотри, у него хороший плов, да. Угу. Ну, с праздником тебе. С праздником. С праздником тебе, Сашонок. Чем смогла, тем угодила. А? Все, ребятки, мы кушаем. Сашонок дегустацию снял. Вкусный плов. По соли. И по соли как? Да, по соли хорошо. И рис вообще обалденный. Хороший, да? Ну, все-таки, видишь, я... Разгуляй. Да, все-таки я была о нем худшего мнения. Ну... Но...